Всем привет на 125-м стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру Wings of V. Это уже вторая часть по ней. Итак, посмотрим, на чем мы остановились. Ну, я, в принципе, помню, на чем мы остановились. Мы прошли вроде как два уровня. Или один уровень, там непонятно, потому что первый босс был какой-то довольно хилый. А второй босс такой уже нормальный был. Так, что-то захватил, что-то подсбился. Ну, это не страшно. Вот, пожалуй, нормально. Итак, версия игры уже 1.02. То есть еще один патч вышел. Ну что ж, Солгрин, оперативно баги исправляешь. Привет, хвост. Как там по звуку, нормально все? Ну, вроде бы должно быть все нормально. Или микрофон потише сделать. Так, у нас 199 смертей, 20% прогресс и 2 часа 38 минут я уже играл. Так, мы тут падаем. Нам нужно разрушать всякие
атакующие нас механизмы, которые непонятно, как этой вселенной вообще взялись. Говоришь, тут все такое, демоны какие-то, а тут вдруг технические устройства. Ох ты ж. Ах, вот, а ты на кибергейме или на гудгейме смотришь? На кибергейме будет задержка, потому что там рестрим. А на гудгейме должна быть минимальная. Короче, тут проще микрить, чем их убивать, по-моему. Да блин, да, потому что я в этой... На Good Game задержка. Ну... Я не знаю, ну значит Good Game такой стал. Да, я не разбирался, потому что я что-то даже забыл, если честно. Ну потому что это как-то настолько не очевидно для меня, что на Good Game там какие-то проблемы с задержкой. Может, какое-то думал временное это. Привет, Оки Бастье. Не, ну то, что тут был автосейв после босса, это, конечно, уже радует. На ракету напоролся. Да что ж, еще на одну ракету. А они очень много тратят. Да ну. А интересно, их надо обязательно убивать, или я в конце концов прилечу куда-то? Просто может можно только уклоняться? Да ну. И ракеты нельзя уничтожать, но только с собой. Ого, что их так много? Так, одного... А во что я задел? Пулька да задела меня. Ого. Ха. Что за башня с ВВВ? Да ну, да ладно. Ха-ха. Я тебе не ожидал, что тут так надо расторопно. Блин, если сначала. Да, походу надо уничтожать, значит, их все-таки. Блин. Так. Там сейчас сразу налево надо. Что-то вас многовато, ребята. Блин. Блин, блин, ну все, сейчас уже это дно. Ну тут как бы надо и торопиться вниз, и надо не задеть, ну в общем, да.
Да как я об ракету эту задел? Лети, 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 ну... Печаль, беда. А, они еще в разных местах залетают. Так, блин, на пульку эту зайдем. Заново, короче. Да что в тебе? Что иногда они вообще легко как бы их уничтожить, иногда затраливают так, что пипец. Да как? Стой, какая дота, ну... Да как? Блин, довольно-таки сложно. Сложно довольно контролировать. Ну то есть как бы я не скажу, что плохое управление, но просто, ну блин, ну довольно-таки не так просто точно поставить. Главное, ракета не задевать, потому что много очень тратит. Да блин, чё жмить, ракеты-то не дают его атаковать даже. Задел таки. Ну ладно, хорошо, все равно прошел. Да офигеть, их там 6 штук прилетает. Да что за это? Ну не буду рестартить, потому что надо вот тут вот тренить. Хотя бы тут без урона прошел. И в итоге, в принципе, почти то же самое, что и предыдущая попытка, потому что ракета очень много снимает. Надо просто подальше от них держаться. Сейчас кому-нибудь один подлетит ко мне, я его уничтожу. Блин, он не подлетит, походу, да? Задел еще, ну да. А-а-а. Ну если бы я туда в кучу прилетел, ну ничего бы хорошего не произошло, серьезно говоря. Так что как бы то, что я промедлил, это не значит, что типа если бы я там быстрее действовал, то бы все было бы ништяк. Нет, я не думаю, что если бы я туда прилетел, было бы все ништяк. Задел опять об эту ракету.
Да, походу обязательно, иначе не начинается следующее. Трое осталось, здоровье меньше 40. Ну, об эту еще не хватало задеть. И об эту. Ну, вообще классно. Лучшая попытка. Почему ракеты нельзя уничтожить? Так нечестно. Без урона. Ну неужели я двух не завалю? Ну еще что-то? Фух, сейф где? Так. Типа, хватит давить на меня. А, хиситент, не помню. Ну, короче, типа, пошутила там. На тебя надо было немного надавить. Как сказала Ира, нельзя терять времени. Ну, давай, пошли. Ауч. Что не так? Мы крылья. Или что... Что ты... А, ну, или типа то, что от них осталось. Да, вроде. Я чувствую себя такой слабый. Я останусь здесь и отдохну немного. Здесь выглядит довольно безопасно. Ты уверена? Не беспокойся, я буду в порядке. Мне нужно получить твои... я имею в виду, нам нужно... нам нужно... Ну, отправиться в логово демона быстрее, как только можно. Не знаю точно, вот как я точно перевел, но... Хоть так. Все, сейф. Наконец-то. Прошел эти бомбочки. Так, надо хоть управление-то вспомнить, а то я уже не забыл. Так, я тону в воде? А, нет. Ой. А. Так, вон там вот шипики, мне вот не нравятся что-то. Не понял. Если честно, я не понял,
что? Не, обшипики задевать точно нельзя. Ну вниз падать тоже нельзя. Стоп. Может там надо пропарить? Пропарить. Ну, поняли. А, блин, так я же задеваю. Так, она же когда парит, она же не просто парит, она же чуть-чуть вверх поднимается. Просто я еще так и не понял, где там хитбокс при прыжке. Ладно, хоть это кровище не разлетается, как больше, да? Не-не-не-не-не, не так. А, так нижние вообще что ли меня не трогают? Ну что за фигня? Ой, ты кто? О, шипики. Сейф. Песик. Эй, дай перышко. Ой, я чуть не заметил, что это обрыв. Песик. Задел шипик. А, я думал, он уже умрет. Так. Нет, значит, тут надо парить все-таки. А-а-а. Они разваливаются, и там шипики. Понятно, наверх вообще не надо. Ну, проверил. Не знаю, как его опять без урона проходить. Ну, как-то прыгать надо там более ловко, чем я. Просто он возвращается сразу и непонятно. Привет, Ксипи. Ну и как? И тоже проходишь? Как успехи? Стоп, песик вниз уплыл, а я не могу. Песик, плохая идея по дну-то гулять. Ну, блин. Так. Ну что ж ты не залетаешь-то? Вообще полет под водой, конечно, интересное довольно занятие.
Так, пойду-ка все-таки поверху, наверное. Что-то у меня здоровье уже вообще нифига. О, начинаются какие-то эти интересные вещи. А, зря я прыгнул так рано. О, на самом высоком без права на урон. Ну это жестко. Привет, Элис. Зачем же так сразу-то на высоком? Мне кажется, это слишком жестко. Ну, после первого прохождения, ну, можно, наверное, попробовать. А то лучше даже постепенно прибавлять. Так, сейвик я взял. А вон там наверху что-то есть, по-любому. Или нет? Ну блин, и что, ачивки так, ну, потом, да, не сразу. При втором прохождении возьмешь. А, блин, я во-первых, не заметил, что там падаешь. Во-вторых, я не знал, что его убить нельзя. Ну, блин, реакция слопота. Хорош. Кто? Кто здесь? А, я не причиню вреда. Да, вроде. А, или не хотел не хотел побеспокоить, да? Ворнутер. А? Ты ангел? Демоны сказали нам, что мы, что они уничтожили твое королевство. Некоторые из нас все еще живы. Мы пытаемся найти и победить того, кто стоит за всем этим. О, а она как дошла без крыльев тут, главное. Я тут мучился, да, она хоп так пришла. Норм вообще. Может, она плавать умеет? Ви, рада видеть, что все в порядке с тобой. Руби, я хотел сказать то же самое. Ты и твоя подруга, можете, ну, добро, короче, можете остаться в Деркхейм, в деревне Деркхейм, так долго, как вам нужно. Зайдите и скажите привет, ну, поняли, короче, смысл. Я уверен, наши жители will be willing. Ну, вообще, всем помогут тем, чем смогут. Зайдем в дом. Цевик бы мне дали. О, песик. Дай перышко, пожалуйста. Я могу помочь тебе победить демонов. Это звучит это. Экзайтинг. Ну, типа интригующе, да?
О, я знаю. Мой пес нашел для меня, мое старое доброе счастливое перо и вернул его мне. Я хочу выдать тебе. Ну, там не так немножко написано, но смысл такой. Дабл джамп, вот теперь нормальный дабл джамп, что ли? Лол. То есть трипл джамп по сути вместе с этим. О, это было безумно. Я никогда не видел ничего такого до этого, ничего подобного. Ну, у меня будут и другие перья, когда мы встретимся снова. Ну, спасибо, помог вообще ништяк. Так это ж теперь, блин, все, это надо идти секретки везде брать. А, там порода. Так, только зайди сейф, пожалуйста, я же до сих пор не засейвился. Ага. Пещера запечатана. Ну, мы были это. Было вторжение, в общем, странных демонов, демонических созданий. И ворота остались без питания. Белив это, по-моему, верю, да? Или надеюсь, блин, вот не помню. Ну пусть будет надеюсь. Я надеюсь, что демоны ходят на двух ногах и с огромным ртом. А, не, иначе не надеюсь. Ну типа мне кажется, да? Или что-то такое. Вот не понял слово, блин. Ну, короче, он считает то, что демоны ходят на двух ногах и имеют огромный рот. Это тихий ужас, да, типа. Так, засейвился, теперь пойду дабл джамп юзать. Тут ничего странно, да? Вон там как будто это, ну, или это и есть запечатанная пещера. Но я не могу тут ничего сделать. Эх ты ж, а как туда? Неужели нельзя? Можно. А, зачем? Блин. Тосел по-любому чем-нибудь есть, да? Блин, ну где-то же есть вот секретка, я вот уверен, блин, где-то есть секретка. А, ну надо назад пройти налево, да? А я не могу туда пройти. Наверное, это потом надо будет вернуться на этот уровень, да, просто. Ну тут я снизу никак не проскочу обратно через шипы все эти. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Цветочки. Чё? А, я срубил цветочки. Ну, зачем?
Ну блин, извините, короче, кто живет. Не хотел. А демоны сказали, что мы... Опять Аворс это был. А, типа не стоим их времени, да? По смыслу. Тоже дословно не понял, но типа, что порешают их. Вроде. Ну, короче, в какой-то день они вернутся и убьют нас. Убрать курсор с экрана, ну да. Ну это закономерно, так скажем. Когда мы были атакованы, я потерял всю мою RAM. А RAM не знаю. А, это... Иногда я слышу, как вот эта RAM звучит, ну, на расстоянии. Какой-то музыкальный инструмент, что ли? А, нет, нет, это какое-то живое существо. Ну блин, просто не знаю перевод этого слова. Я надеюсь, оно, типа, он все еще жив, или она. Мы построили смертельный механизм вокруг этого места, чтобы... ну, как-то отградиться от демонов. А, баран, спасибо. Барашек, значит. Так, я извиняюсь, если мы доставили проблем. Ну да, проблемки были, но не критичные. Но я за это вот лишь цветочек только сорву, все. Так, ты вроде со всеми поговорил, да? Так, а тут нету в стене ничего. У нас есть причины, чтобы опять белив. Флоришинг. Ну блин, не могу это перевести. Но есть причины, да, это, не помню, там верить, по-моему, да, все-таки это берег. Ну что, вот что-то там глубоко. Глубоко под землей. Что вот это вот Rich and Flourishing World, ну, мир. Глубоко под землей. Глубоко вместе. А, нет, внутри. Синистер грот. Ну грот. Грот Синистер. Вот что-то там вот. Не очень я понял. В общем, что-то в этом гроте там происходит, видимо. Ну, перевожу как могу. Ну, просто неохота в Google там лазить, да, вот это вот все. Очень много времени будет отнимать. А, значит, где-то глубоко в этом гроте есть процветающий мир, да? Во, спасибо. Мы пытаемся
ну, это, ну, как пробираться вниз, да, ну, типа, наверное, рыть. Но однажды мы потеряли контакт с нашей исследовательской командой. А, внутри, да, внутри. Они не достигли большого прогресса. Мой брат на самом деле frustrated опять. Ну, короче, ему не нравится эта ситуация, да? А, ну вот он, да, бегает. I'm surely and salty. Разочарован, ну, заметно. А, frustration, разочарован, да. Оставь меня одного. Ладно, ладно, только я посмотрю, секрета кто-то не держишь? Нет, так нет. Так, с тобой я говорил. А куда нам дальше? Не, ну туда я не допрыгну. Стоп. Нет, явно через потолок нельзя. Так, с тобой я тоже говорил, да? А, ох ты ж, извиняюсь. Скайпик. Потом отвечу. А, исследовательская команда спустилась вниз в грот Синистер с нашим последним продвинутым роботом, чтобы защитить их. Ну, чтобы защитить их. И так что с ними должно быть все в порядке. Так, ну да, я уже читал. Блин, не понял, куда идти, что делать теперь. Ну вижу там сейвик. Но туда только через верх можно попасть. По крайней мере отсюда. Но я явно не допрыгну, ну никаким образом вообще. Здесь, ну написано, печатано, ну на меня и говорят, пещера запечатана, ну да. Хорошо. Распечатайте. Не, ну тут вот не просто так, да, сделано. Вот это. Может, это даже не секретка тут, а основной путь. Да и опять ты падаешь. А, можно там, да, запрыгнуть, по-моему. Все-таки. Просто нужно правильно вынырнуть, так скажем. Да что же, нет. Блин.
Можно же как-то, явно видно, что можно. Ну или не явно, но я думаю, что можно. Правда, что-то этот вот хардовый какой-то запрыг. Ну не то, что хардовый, блин, надо максимальную высоту просто сделать, чтобы туда запрыгнуть. Да блин. Ну я хочу туда попасть так или иначе. Если там секретка, то отлично. Если основной будет, ну тем более. Но я все-таки думаю, что там, наверное, секретка. Опа. А, там сейф. Ну то есть это основной путь, походу, все-таки. Ого. А куда дальше-то непонятно. Блин, так молния же меня убивает. Она мне просто шансов не оставляет. А как же там так сделать, повернуться? А, ну в принципе меня молния, по-моему, не убивает совсем. Просто я, ну, меня она сбивает, как бы я падаю вниз. Да что ж, надо было уже запрыгивать. Не, она меня просто не дает запрыгнуть. Слишком она тормозит. А как же ее вызвать-то? И чтобы успеть туда. Я точно ничего не упускаю? Может вон туда, где водопад сверху, может туда можно запрыгнуть? Точняк. Так. Спрыгиваю вниз, то есть просто спускаюсь вниз. Лечу налево, жму один прыжок, молния срабатывает, пока молния там работает, я жму парение, и после этого делаю второй прыжок. Так. Раз, два, три. Вот, ну почти, да. Раз, тут... Меня молния тупо убила. Раз, ты... Что-то слишком далеко влево это перемещаюсь. Ну сейчас, принцип понятен.
принципе. Принцип, в принципе, понятен. Надо только это... Ну, осталось только реализовать. А как туда? А, понизу. А чё же меня сбила эта верхняя штука? Все, надо просто влево. Так. Спрыгиваю влево. Но там, в принципе, не сложно. Просто жму прыжок. Угу, ну уже прогресс. Да блин, вроде же легко. Вообще не то, что ты сделал. А, и там еще молния. И там уже сейф. Да блин. Там уже не прыжок начали делать, а парение. Так, стоп, стоп, стоп. А тут надо, получается, сделать... А, я направо, наверх могу запрыгнуть. Вон оно что. Хотя я не уверен, что я снизу до туда могу допрыгнуть. Не, хотя, наверное, должен. А, ну там не... А, сейчас. Отсюда же не видно. Да, это, по-моему, высоковато. Или нормально. Ну, можно попробовать. Да блин. Что я сделал? Опять какую-то фигню сделал. Что я делаю, блин, забываю. Потому что я сижу, думаю о том, как я там буду действовать. А здесь, как бы, уже надеюсь, что на автомате сделаю, но пока еще рановато для автомата. Ну да, с ваншотом-то это по-любому они там будут напрягать, офигеть как классно. Почему я опять прыгнул? Опа. Зачем делали этот проскользь тут вообще непонятно? Просто чтобы затроллить? Так. Прыг влево. Отлет. Ну, на крыльях направо. И второй прыг опять влево на платформу. Там как-то надо подловить быстро, что молния исчезла, и прыгать налево. Так. Да блин, как-то оно не так сработало, как я думал. Да какого оно, блин, не срабатывает? Стоп, а если я парию, а потом... А, ну у меня двойной прыжок в любом случае есть. Как бы я там, какую последовательность бы не выбрал. То есть вначале крылья можно, потом два раза прыгнуть.
Тогда вначале открыли, там, наверное, и надо использовать. А, ну же это, она меня немножко сбила. Чьи кости тут валяются? Ну, нельзя было, что ли, как-то культурно убрать за собой там. Да, замешкался. А, вообще не вызвал. Кстати, я только сейчас обратил внимание к типу, что ты с гудгеймовского чатика пишешь, а что-то ты туда вдруг решил. Опять я какую-то фигню сделал, ну ладно, повезло. А, надо было чуть-чуть подойти влево, а то она не срабатывает. Да опять она, это фигня, короче, страдает. Слишком близко надо подходить, чтобы она сработала. В смысле, а... Так, ну, так на СК2 ТВ у меня Good Gamerский плеер висит. Фух, наконец-то! Отлично! Странное это вот место, да, с листочками. Так. Так, сейчас. Да ладно, не может быть. Ты же тупо вставляешь плеер. В смысле, ну я вставляю плеер. То есть ты просто смотришь, считаешь, что как бы в оснастке сайта тот же самый плеер, абсолютно тот же самый плеер. Не может быть задержка другой. Ну как бы это просто, ну, технически нелогично. Это же не СК2, же там не рестрим делает, ничего, это просто тупо плеер с сайта Good Game вставил, вставили в HTML разметку СК2 ТВ, вот и все. Так. Если я запрыгну на краешек, меня не заденет, правильно? Правильно. Так. Ага. Интересно, сколько тратит этот шарик? Ну, ладно. Не, ну как бы тебе как удобнее, так и делать, в принципе. Главное, то у меня, ну, чатик сейчас весь общий, то есть, да, в этом турете. Так. Я думаю, как лучше сделать. Я туда допрыгну так вот отсюда или нет? Опа. Мог бы даже без урона, на самом деле. Так, здесь надо упасть. Сразу под колонный прыжок. Полет. И еще прыжок. И там придется постоянно прыгать, потому что задевает. Так что надо будет сразу наверх прыгать, а там тоже задевает. Ну давай. Да, ну, конечно. 34 секунды? Да, они офигели.
Да блин, прям жбан. Так, непростой момент. На изике там был бы сейв. Ну, на этом. Я забыл, как это называется. Это, ну... Ангел мод, или как он там? А, закосячил, о. Да, я представляю, если тут ван, будет, ну, один удар, одна смерть, ну, то это будет как бы совсем другая игра. Это ж пипец, вообще будет сложно. Ну, это рейп-мод, можно сказать. Если еще на харде этот режим включить, ну, на демон-мод. Так. Да не получается, ну нифига не получается что-то. Ну как-то, блин, может по-другому там. А, ну просто будет, значит, у тебя страданий в два раза больше. То есть, потому что там, ну... Ну так я Гоги быстрее про это и говорю, про него и говорю. Ну что ж, что-то... Ну там не только враги, а там, так понимаю, там вообще все сразу убивает. Здесь только сразу убивают шипы. И, ну и падение. Пока что. А там, видимо, все убивает сразу. Кстати, молнии сразу убивают, вон те шары. А, привет, бобер. А что я опять делаю? Что же мне не допрыгивать-то? Да, Ви, ну допрыгивай, ну не упарывайся так сильно-то. Крылышки обожгла. Не ту кнопку теперь нажал. Да вроде все правильно сделал. Еще тут не хватало застревать. На этот раз я опять не ту кнопку нажал. Ну это просто слив. А зачем? Тут же надо крылышки использовать. Да, офигеть. Я же допрыгивал легко. Что произошло? Ну я же легко запрыгивал туда.
Ладно, заново тренить придется. Я мало жду слишком, блин, она же падает. Да как? Бороться, блин. То, что уже получалось довольно-таки без проблем, теперь не получается. Лол вообще. Ну теперь вообще не то стало жать. То я хоть правильно жал. Ну наконец-то. Ну только, блин, наконец-то еще будет не скоро. Может, еще надо вот это пройти. Хочу посмотреть, что наверху. Ну почти. Ну вряд ли я не выживу там. Вот здесь. А, надо же, без урона. Блин, а там еще и сейва нету, и там не так же небезопасно, то есть мне нужно и тут пройти, прыгать, потом туда запрыгнуть, и там вообще, лол, там вообще ничего не поделаешь, потому что там даже прыгнуться же нельзя, и в итоге там надо как-то быстро проскочить на ту верхнюю, и там еще прыгать, и еще там неизвестно куда, и все это без сейва. Да, походу тут надолго. Блин, ну почти. Я, кажется, понял, как тут, ну... Да, оно прям в башку влетает. А как здесь безопасно пройти, непонятно. Это перепрыгиваю. Ну можно успеть, да, можно успеть. Но тайминг, по-моему, довольно хороший должен быть. Но лучше просто туда доходить с хорошим количеством хп, и тогда, ну, можно будет просто, чтобы одна в жбан прилетела. Я же рейп-мод не вызывался проходить. Ну или как он там думит. Иначе я бы его и включил. Так что получить урон, чтобы пройти, это нормально. Ну блин, опять начинается, что ли? Тут со стол почил. Что-то мне кажется, или лаг был какой-то сейчас.
блин. Ну, мало-помалу. Но мне кажется, на самом деле, уже не таким сложным этот момент сейчас. Ну, постепенно запоминаю одно, второе. Ну, правда, начало что-то сильно нестабильное. Эй, ну это дно. Ну ладно, зато тут без урона, в принципе, какая разница. Это вообще удаляй. Удалил. До первого перышка, а я уже не помню, где она. А, там где битва была, с первый портал, что ли, да, или что? Так. Ты, ну, ты куда? Чё она упала-то? Растерялась, что ли? Ну не знаю, мне кажется, зря на максимальной сложности сразу. Не, ну конечно, твое дело, но мне кажется, слишком будет удовольствие теряться. Да что такое? Ну дно, что ли? Блин. Да офигеть, что такое? Ну да, по-любому без урона там пройду. Не пойму, как там запрыгнуть на второй этаж без урона. Так, что-то у меня потери кадров пошли немного небольшие. Но в целом вроде нормально.
Да, что-то Good Game химичит, по всей видимости. Кстати, я забыл сказать, что я также стримлю сейчас на FunStream TV, бета-версию портала. Но там, по всей видимости, очень мало людей, пока и вообще какое-то все дрючное. Но, тем не менее, стрим там висит, плеер висит. Чатик я открыл. И, ну, первый же стрим тоже был по Wings of Fit туда. Но пока что такой, видимо, полумертвый портал все-таки. Ну, правильно, там только эти могут, даже смотреть могут только с инвайтом. И сколько там этих людей, кто заплатил-то. Блин. Ну вот я не знаю, как там успеть. Да ну не на этом же не терять. Ну вот это вот может быть был тот спасительный, который наверху нужен. Да куда ты вниз-то падаешь? Ничего себе, я на этом уровне уже 173 смерти заработал. Из 371 всего, то есть больше всего за игру на этом уровне. А, ну я понял. Ну, подозревал. Ну я же некоторые нашел секретки. Походу с помощью Гугла и перевел, потому что очень быстро что-то переписал. Ну или каким-нибудь там этим пунто-свитчером. О, ага, тут можно что-то успеть просто, да? Я понял. Да давай. Офигеть, стоп, а как? А, подкат! Подкат! А, ну вот слоупок-то. Подкат! Ясненько. Я и забыл, что у него подкат вообще существует. Ну ничего, сейчас еще до туда туда. Декодер в закладках.
А я иногда пользуюсь поиском Google не по назначению в таких ситуациях. Просто он говорит, возможно, вы имели в виду, и вот, да, я действительно это имел в виду. Правда, я не хотел это искать в Гугле, я хотел просто это, ну, перевести. Ну, получил урон. Да ну удаляйся, ну блин. Не, ну я хотя бы попытаюсь, я не буду бросать. Потому что надо пытаться тебе тоже пройти как-то без урона, ну, на всякий случай. Потому что нарандомить, конечно, можно, но... Надо как-то пытаться, и... чтобы побольше шансов было. Ой, ну это... Ну ладно. Во второй раз бы, если бы не получил урон, было бы все хорошо. Да ну. Как же там не получить урон, это я вот не пойму. Вот и, ну, там, где запрыгиваю наверх. Ну вот, ну вы поняли, наверное, да, о чем я? Где я всегда абсолютно получаю просто в рожу. Не, ну оно как бы вроде бы очевидно, как бы там как не получить. Нужно там запрыгнуть, пока он не прилетел, а прыгнуть еще прям вот в эту верхнюю, да, но что-то, блин, так оно не выходит вообще никак. Ну это все. Но я попытаюсь. Или тут тоже подкат. А, может тут тоже подкат использовать, кстати. Ну и сразу же потом запрыгивать, да? Ну, кстати, можно попробовать, в принципе. Потому что, по-моему, все-таки так нельзя, как я сказал. Вот что мне нравится, проходить, да, игру, которая только вышла, никто особо не сидит и не подсказывает и не спойлерит, потому что, ну, никто не знает еще. Не ставит рожица типа, ууу, там такое дальше. Никто зато не скажет то, что там надо подкат все-таки делать или как-то по-другому. Но вы можете предлагать свои идеи, то есть именно догадки, да, то есть, пожалуйста, вместе обсуждаем игру, если хотите. Я уже как бы говорил, мы считаем, что мы вместе проходим, только просто геймпад в руках у меня, но так вот. Да. Мы проходим, можно сказать, вместе. Ну да, такое. Немножко хардовенькое место, согласен. Обогнать.
Ну, я сразу скажу, я не буду соревноваться, кто быстрее пройдет. Я хочу как бы это именно наслаждаться, ну, проходить так, как я прохожу, да, а не быстрее там торопиться куда-то. Так что, ну, ты можешь обогнать, но я не буду пытаться быстрее там тебя проходить или что-то такое. То есть там не дать обогнать там что-нибудь такое. Ага. Фу. Хорошо. Опа, босс. Глер там или что-то такое. Так, ну сейчас. Ну, надо разобраться, да. А вы прикалываетесь? Ты представляешь, Ксипи, что тебя ждет? Этого сейва нету на харде. Ты понял, да? Этого сейва нет на харде. И тебе каждый раз этот момент надо проходить перед боссом. Ну, удачи. Из этого вернуться по токатам, что ли? Да, музыка прикольная. Нет, просто, ну, в смысле, наоборот, я даже буду больше краивать, если я буду спешить там. Ага, подкат надо делать. Да блин. Ну, тупо. Ну, походу, босс, ну, не такой простой, да? Я ему что-то мало очень урона наш. Блин, ну я не знаю, как там так размигрировать-то. Ну это я так, уже зря, конечно. Просто хотел попробовать заспамить. Хотя я сейчас еще раз попробую заспамить, ну просто ради интереса. А, я не наношу урон, пока он золотой, я не наношу урон, да? Понятно, бесполезно. Ясно. Ну, проверил просто. Только какие-то определенные моменты, короче, урон. Да блин. Ну, пока изучу все атаки. Это будет долго. Блин. Ладно, попробую пока урон наносить по минимуму, только когда он бегает туда-сюда, в остальное время уворачиваться от атак. Чего с этих-то начал таким жестким? Ну, он сейчас не дал мне выбора особо.
Ну вот, я не успел. Ну блин. Я не успел. Он быстрый. Я не успеваю. Да блин, у меня почти три прыжка есть. Можно, в принципе, вообще каким-нибудь, мне кажется, вот так проходить, да? Ну, в принципе, их можно перепрыгивать. Ах, ты же все-таки задел. Ну блин. Ну все-таки, блин, рановато, я понимаю тут. Я так мало у него потратил, офигеть. Да офигеть, я очень мало у него потратил. А еще он, наверное, потом злее, да, станет. Не успеваю реагировать на вот когда он прыгает, ну, с этими волнами. Ну, не с этими, ну, короче, вы поняли. Когда нужно подкат делать. И вот когда здесь спрыгивает, тоже не успеваю реагировать. You too slow. Вот это я успеваю. Ну, вот сейчас успел. Ах ты ж. Прыгнуть? Да ну.
Блин, урон-то кто будет наносить? Я вообще в шип, что ли, врезался? Самое, блин, плохое прохождение этой фазы у меня сейчас было. Да блин. Фиг поймешь. Ну я хотя бы попытался. Не, ну как-то если ему урона так мало наносить, то это пипец сколько выживать придется. Минут 10, наверное. По 2, по 4. И хрен знает, по-моему, ту фазу все-таки перепрыгивать как-то невыгодно. Вначале вроде более-менее получалось, сейчас перестало что-то. Да что ты, ну, делаешь, ну? Привет, Мидбир. Который шоковый шалман уже. Да, он сдул меня. Так тебя все-таки как называть-то? По-новому нику? Ты просто говорил, что типа вроде там надо по-старому. А, на шипы меня столкнуло. Что это за красота? Ну, это Wings of V. Новая игра от Сол Грина. Автора Айвона Безебоша. Чего тут стоял? Ну опять непонятно, где он остановится. Короче, полный экшон на этом боссе. Не дает расслабиться вообще. А. Ну, урон-то наноси, ну. А. Нет, а Айзека не он. Это, по-моему, максимум, да, сколько я ему сносил?
Или около того. Хорош, я столько урона пропустил, ну серьезно. А, ну вот это я никак не могу среагировать, ну вот все время не могу среагировать на этого прыжок, потому что непонятно, то ли он прыгает, чтобы просто в другое место переместиться, то ли он прыгает, ну потому что вот эту фигню свою сейчас хочет сделать. А, не, явно то был не рекорд. Вот сейчас, наверное, близко к рекорду. Ну, по крайней мере, больше, чем в тот раз. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Травяка. Ну вот, 3,5 почти снес ему. Да-да-да-да-да. А, шипы опять. Да чтоб его. Да-да-да-да, ну вот никак. Никак. Даже второй раз не смог все сделать. Но это уже не из-за слоупочества, потому что уже тайминг пошел. А чё я не у этого, не бью-то его, блин, засмотрелся. Рановато, но хотя бы среагировал. Что такое? О, наконец-то. Чё, я не понял его атаку, он как-то ее неправильно сделал. Ага, по-любому. Привет, Тор. Или ты уже тут был, я что-то уже и забыл. Не, вроде не было. Не, 213 это именно на уровне. То есть, а этот же счетчик сейчас не прибавляется, 213, когда я погибаю на боссе. Вроде.
То есть на уровне я 213 потратил, и все. Если я на уровне больше не погибну, то значит он не изменится. А босс это отдельно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ну что ж ты, ну. Да хрена потратил, кстати. Да ну перепутал. Сколько потратил? Почти 5 целых потратил. Да, видишь, у Гибастия 213 показывает, то есть на это именно уровень и босс, это абсолютно отдельные счетчики, не зависящие друг от друга. Ну, блин, ну это неудачно. Да. Сейчас просто подкат не получился, я жал, но... Опять не получился что-то подкат. А, ну затупил опять. Ну, я жал. Сразу полтора снял сходу. Да блин, ну подкат что-то хреновый у меня срабатывает. Ну нахрена ты в этот шарик-то попал? Ла-ви. Я же не виноват, это Ви что-то там не может пройти. Кого-то монстрика, блин, убить не может.
Ты, это... Хорош. Да ты, ну ты будешь, да, это урон-то наносить? Ну блин, ну что ж такое слабочное? Ну я вроде уже атаки почти звучил. Должно быть уже попроще. Ну блин, конечно, такие всякие рандомные моменты, да, бывают. Но в целом вроде все лучше и лучше. Ну вот что-то вот с этого нестабильно, да, вот эти вот. Вот надо было ему подбежать, а? Что-то, блин, вот только сказал, что вроде стало получаться там более-менее, и вообще хреново получилось. А, вот это вот его самая, блин, внезапная атака. Блин, да хорош ты на этой-то тратить, но ему тут надо наносить, а не себе. Это еще что? Оставил ему меньше 4 уже. Но это рекорд. Но только, блин, я так затопил в конце, ну блин. Ну тут, наверное, жадность еще. Ой-ой-ой, ты что там делаешь, чувак? По-моему, он разозлился. Старая ошибка Солгрина показывать, что делает босс после смерти персонажа.
Ну как, я же нажал. Ты чё прям на меня-то прыгнул? Офигел что ли? Да как он прыгать стал? Я что-то такого не помню. Да, понизу догонял, но что-то что прям прыгал в меня издалека, что-то я такого не помню. Ну, в гибости я комфортный, счетчик смертей, это залог успеха игры. Да что я нафидел-то, ну, накормил демона, можно сказать. Дня происходит. Блин, на этой фазе надо наносить тонну урона, а я, блин, какую-то фигню делаю. Что это такое, тютелька? Ну, поздравляю, значит, ты уже сейчас почти до босса дошел, да? Да ну, куда он меня толкнул на шипы? Ну я ему вроде неплохо влил-то так. Это что еще? А, ну давай. Да блин, что за лаги? Этого не должно быть. Я не заказывал лаги. В системных требованиях к игре не написано, что должна быть антилаговая защита. Да я же жал. Да я думал, у ГБСТ такое будет, наверное, где-нибудь в конце. По-любому же будет. Ну не зря же так считается, прям по отдельности на каждом уровне. Ну, по крайней мере, на боссах я точно думаю будет.
Ну, для босса, в смысле. Табличка. Ну, вообще, думаю, для уровней тоже. Крепенький босс такой, крепенький. Но без урона это боль. Это боль без урона просто. Ну хорош. Как я на этой атаке-то погиб? А ему осталось не так много до злобы. Блин, черт, хорошо влил. Да ну нужно делать что-нибудь нормальное. Ты же еще не разозлился. Какого черта ты, блин, троллишь меня? Все, разозлился. А, что, подкат надо было делать? Или что? В обратку-то? Непонятно. Ха. Не покажет больше, да? Ясненько. Ну, прогресс. Хотя отчасти нарандомил, конечно. Потому что он бегал много. Значит, он все-таки не показывает атаки, он просто завершал ту атаку, которую уже начал, видимо. Из-за этого он чуть-чуть показывал. Это типа все считается одной атакой, то есть там четкая последовательность это означает. Злой. А фиг его знает, что делать, не понял. Я, короче, понял, когда, ну вы поняли, наверное, тоже видели, какую ему кучу урона наносить. То есть как правильно использовать фазу, когда он бегает. Нужно очень много влить. Просто спам. Да что ж я...
Ну, правда, блин, по-хорошему там можно и заспамить, и самому без урона, но что-то, блин, это вот уже сложнее. А я что-то очень много урона получил в этот раз. Ну просто надо меньше жадничать, вот это все проблемы. Но я думал, он отойдет. Ну а что тебе, что, это очень плохо, что ли? Выгибости. Типа я не в силах гайд составить. Крабина, да, полная. Какой гайд? Да что вот это было? Вот что это было? Офигенное начало. А что я делаю? Надо же спамить. Вот вроде я забыл. Ой, разозлился. А, все понял. А, ну и ч, это же вообще. Ну там же так просто вроде бы, ну, встать между этими. Ну там вот когда меняется быстро, там может посложнее, а вот на первый это встать явно было просто. Так, ну я понял, та просто не достреливает до конца, которой я умирал до этого. Как это произошло? Да блин, ну я тайминг вообще не ловлю, что ли. Так, разозлился. Оп-оп-оп-оп-оп. Дальше. Вроде те же самые атаки. Он, наверное, теперь не будет просто так бегать, да? Позволяя себе бить. А та жизнь была один раз только что ли, или что? Ей-ей-ей-ей-ей.
Хорош ты троллить меня. А, он бегает. Он бегает. Фу, нахрен. Ну, не такой уж и сложный босс, в принципе. Orbs of Purity. Что это значит, возможность? To hurl the Nord plus attack. Orbs will replenish over time and maximum of 3 orbs can be stored. Your close range attack will now only activate when enemy is in reach. Так что? Ааа, да здравствует спам! Но, короче, она, ну, восстанавливается. Хм. И теперь я могу распечатать пещеру, да, по-любому. Только не говорите, что... О, фух. Все, после босса автосейв. А, и тут эти все ништяки отключились. Эй! А почему подкат-то сделала она? Да, это вам не больше, где после босса умер, там в яму упал. Выходя из трубы. И все. Сначала. Блин, ну как-то тупо эта камера тут. Да блин, ну я опять не понимаю из этой камеры. Может, другой есть путь до возвращения, а хотя вряд ли, тогда бы тут не отключили вот это все. А, теперь понятно, зачем мы здесь вот это сделали. Автосейвы не нужны. Ну. Интересно, я его могу убить? Блин, не так надо проверить это. А, нет. А, да и тем более, зачем мне его убивать? Он же на защите у граждан тут стоит. Электричество вернулось. Мы видели твою битву с демоном. А что? Что? Типа частично это было причиной потери энергии, да? Это было очень храбро с твоей стороны. Хотя, может быть, я... А, нет, значит, неправильно. А, да, с демоном, который частично был причиной потери энергии, да, вот так вот. Это очень, ну, короче, это очень храбро.
Если ты думаешь исследовать пещеры, мы можем открыть и ворота для тебя. Ну, я думаю, да. А чё нет-то? А ты ничего не хочешь сказать? Стоишь ты. Ну, хотя ладно, с демоном там, чтобы драться, это, ну, конечно, без крыльев печально будет. Энергия вернулась в деревню. У нас достаточно силы, чтобы открыть ворота. Ага. А, это я уже слышал. Стоп, стоп, стоп. Нет, я туда не пойду прямо сейчас. Вот это же не зря тут сделали. Блин, неужели зря? А, кстати, можно стрелять наискосок. Ой, я там дом не разрушил. Странно, неужели это вот тут просто так? Ну, как-то, блин, я не верю. Может, потом что-то еще откроется. Ладно. А что, нам реально на дно надо опускаться, что ли? Ну опускайте меня там. Не понял. И в чем смысл? А, может теперь надо с этой поговорить-то, с Руби? Нет. Мой муж спустился вниз с командой, и они никогда не верну... ну, они никогда не вернутся назад. Но после включения энергии мы получаем сигналы... А, никогда не возвращались. Ну, так и не вернулись, то есть. Мы получаем сигнал откуда-то снизу. Он и его друзья должно быть все еще живы. Так давай, как мне? Я не понял. А как мне зайти-то внутрь? А, вон оно что. Вот, грот. Ну, на самом деле... Так, давайте засейвимся. Я думаю, на этом уже стрим закончить. Конечно, интересно, что будет дальше, но... Как-то уже по времени не очень, если честно, мне тут. В общем, ладно. Уровень целый пройден. Босс такой полноценный пройден. Все, 465 смертей, уже почти 5 часов в сумме прохожу эту игру. Так что вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Всем спасибо, что смотрели. И увидимся на следующих стримах.